Уроки Винчун Куэн Пай на пяти столбах. Базовые перемещения. Урок номер 3. Треугольник изнутри наружу и треугольник снаружи вовнутрь. Ноги попеременно движутся по треугольнику. Первый вариант изнутри наружу. Правой ногой начинаем по прямой линии подтягивать к левой стопе. Затем по диагонали по левой стороне направляем ногу на вершину треугольника и возвращаем ногу в исходное положение. На левую ногу делаем наоборот. Перемещение по треугольнику снаружи вовнутрь. Правой ногой начинаем по диагонали к вершине треугольника, потом по левой стороне треугольника и возвращаем по прямой линии стопу в исходное положение. Левой ногой делаем аналогично. Стараемся выполнять многократно, сначала в медленном темпе, после скорость необходимо увеличивать.